вже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. Точно російські. Прямо над котами. Прямо ось над котами літають, падли. Полетіли в сторону аеропорта. Бомблять аеропорт. Чути, що йде бій. Вже штук 30 нарахував точно. Звідки вони хуяють, бля? Звідки? Попало, що ми зовсім там на. Зараз 8 годині, 20 хвилин. Русские пидорасы, сдохните, блядь! Твари, блядь, сдохните! За каждую слезинку, за каждую слезинку, блядь! Твари, блядь! Обещаю, блядь, после этой ебаной войны, блядь, заткнуться на русском языке, блядь, тварит нахуй. Сука, гандоны, это все вот возле моего дома, блядь. Гандоны ебаные, блядь. Я в долгу не остался, блядь, ребята, не остался в долгу. Вот что с них, блядь. Это вся улица вокзальная, блядь. Это кадыровцы ебаные, блядь. Как пришли, блядь, сука, так и на тот свет ушли. Пидорасы ебаные, блядь. Вот что с них, блядь, поставалось, блядь. Вот что поставалось, блядь. Вот, блядь, одни запчасти, пидоры, блядь. Гандоны ёбаные, блядь. Это все в Буче, в Буче. Молодцы. ВСУ, молодцы. Вот что пооставалось, блядь. Вот это все Буча, в Буче. Это все в Буче, блядь. Алло, один елда, ай двухар елда, дудрыш двухар елда этот, мюнлов эвора, динахтасэлго шолома, Ислам дин идиом дошел, аркаш. Поэма алейхиссалату вассалям. Ислам дин нахар дина. One moment.
巨大的爆炸声炸上了天，这又是一次死里逃生。如果按照我们日产车150码的时速，3分钟后我们的车辆将正好处于这个爆炸区。有惊无险啊！凤凰卫视卢宇光伊万马里乌波尔的报道。Это они бежали просто. Вони захопити хотіли нас зразу, і ми зачаїли на орків образу. З бандитів російських робить примар Байрахтар. Байрахтар. Ближе сделаем. Я твой шанс вернуться домой живым. Дай мне координаты места, где сосредоточена бронированная техника. Находятся штабы, боеприпасы. И я не буду бить по располагам. Я уничтожу только танки, борту, снаряды и топливо. Тогда никто не пошлет тебя в атаку на убой. Там ты сохранишь свою жизнь и жизнь своих друзей. Я представлю себя в военной компании. Наверное, слышали, чувака Вагнер называется. Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее близко не похоже. Расход боеприпасов у меня приблизительно в 2,5 раза больше, чем в Сталинграде. Первый грех – это дезертирство. Никто не... Сегодня не самый лучший день. Хороним мужа моей подружки Олежку. 37 лет парню. И 2 года доченька осталась. А это наша национальная.